Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Сегодня хочу вам показать еще один такой интересный дальневосточный рецепт. Будем делать пирог. Это пирог по рецепту моей бабули. Очень вкусный, и готовится он из соленой и затем отмоченной красной рыбы. Фикус его заключается в том, что когда рыбу засаливают на зиму, мне там люди писали в комментариях, что она не меняет ни цвет, ни вкус. Это не так. Она абсолютно меняет свой вкус. И если ее вымочить, вот это вот просто соленая рыбина, вот видите, кикинка. Сейчас уже жарко, я убрал ее в холодильник, у меня морозилка лежит, поэтому она маленько мокрая. Вот, если ее вымочить и отмочить, она становится вот такого бледно-розового цвета. Вот видите, эту я уже отмочил 3 дня. Отмачивается 3 дня минимум, постоянно меняется вода, потом она режется на такие кубики. Дальше нам понадобится для начинки для пирога квашеная капуста, можно купить в магазине, я делаю сам. У меня примерно 1 кг капусты возить и 1 кг уже отмоченной, порезанной кубиком, разделанной без косточек, косточку все повырезал, естественно, шкуру снял, филе красной рыбы, отмоченная. Морковочка, лучок и дрожжевое тесто. Дрожжевое тесто можете купить в магазине, можете сделать сами. Я его с вечера поставил, оно у меня подошло. Видите, какое пористое стало, хорошее. Сейчас пока начинку будем делать, тесто согреется. Я убрал, завел и поставил в холодильничек. Сейчас оно у меня опустилось, пока рыбка. Будем делать начиночку, тесто подойдет. Ну что, приступим. По ингредиентам, думаю, тут все понятно, ничего сложного. Соленая отмоченная рыба, капуста, морковка, лук. Все, дрожжевое тесто, обычное, не сладкое, которое идет на пироги. Так, ну вот, теперь готовим начиночку для нашего пирога. Для этого нам понадобится, мы взяли вот среднюю луковицу, половинку лука я пострадал, порезал мелким кубиком, натер морковочку, если не разогревается масло, пассируем лучок. Быстренько на сильном огне, чтобы он разжарился маленько. До состояния золотистости. Так, пока лучок у нас разжаривается, не забывайте про него, нужно попробовать капусту. Капустку попробуйте на вкус. Если она сильно кислая, смойте ее под краном. Просто в душок положите и промойте. У меня делал сам капусту, у меня капуста нормальная, ну вкусная. Не кислая. Но если брали в магазине, бывает попадается, что очень кислая. И вот ее нужно промыть. Так, ну вот, лучок маленько припустился, добавляем в него морковочку. Все это дело тоже, естественно, обжаривает. Лучок обжаренный дает нам, естественно, вкус. Морковочка свет. И тоже вкус добавляет, наверное. Сейчас это маленькое дело припустим тоже. Видите, цвет такой не сильно зажаристый. Сразу немного золотистый, пассеровали его и хватит. Сильно не надо засушивать. Еще пару минут и будем добавлять капусту. Все, морковочка готова. Выкладываем на капусту. Капуста должна быть именно квашеная. Вкус квашеной капусты и отмоченной красной рыбы дает вот этот самый неповторимый вкус нашему пирогу, начинке. Мы раньше солили рыбу бочками на зиму, ну сейчас у меня варь и как бы надо вот на этом отпало, но все равно я солю там десяток другой пекин специально для того, чтобы делать зимой вот такой пирог. Довольно часто его делаем, просто как-то руки не доходили снять видео, показать вам, как это делается. На ютубе, в интернете, такого подобного не видел ни разу. Так что, думаю, кому-то будет интересно попробовать. Может быть, вы станете тоже фанатом такого пирога. Так, ну все, капустку мы сейчас накрываем крышкой, убавляем газ и потихонечку сушим минут 30-40, пока она у нас не станет мягкая. Ну вот, друзья, капустка потушилась, и теперь добавляем сюда рыбу.
теперь важный момент. Так, смотрите. Капуста потушилась, сейчас мы перемешиваем ее с рыбой. Перемешиваем только один раз. Все. Распределили более-менее равномерно по объему, да, рыбку. Разровняли. Больше не мешаем. Если вы будете ее мешать, рыба у вас развалится и превратится просто в труху. Вы ее там не увидите в этом начинке. А если она вот так вот у нас будет тушиться, она будет такими кусочками. Все, накрываем крышкой, минут 10 тушим, потом жмем к ней. Вот смотрите, что получается. И рыба начала отдавать обильно воду. И вот надо дождаться того момента, когда вода вся выкипит. Но рыбу мешать нельзя сейчас, иначе она у вас просто расползется. Убавляем газ и ждем минут 10-15. Потом можно открыть крышку, и вода будет испаряться быстрее. Ну вот, смотрите, вся влага выкипела. Теперь делаем следующее. Вот вторая половинка луку, что мы оставляли. Засыпаем сверху. Выключаем газ. Накрываем крышкой. И даем остыть. Все, никаких хитростей больше пока нет. Вот, я раскатал тесто толщиной миллиметров, наверное, 5-6. На основу и на крышечку. Сейчас будем туда, выложим сюда начинку. И закроем его. Начинка остыла. Капуста очень хорошо сочетается с красной рыбой. Будет вкусненько. Это мой любимый пирог. Только из-за него солю эту рыбу. Как бы просто морозил и все. Вот тут. Такая вот тема, что именно соленая и отмоченная рыба дает ему вот этот вот необычный такой очень вкусный вкус. Капусту мы не солили, рыба, она малосольная, но в ней соль присутствует, так что нормально. Берем свежемолотый черный перчик, присыпаем все это дело, теперь накрываем крышкой. Защипываем края, ну тут уже все просто, никаких там. Кромки получаются довольно толстоватые, но это ничего страшного. Я не какой-нибудь там кондитер, так что маленько коряво получается, извиняйте. Опа. Так, и не забудьте сделать в середине парочку отверстий для выхода пара, иначе ваша шапка вот так поднимется. Все. Сейчас он маленько растоится. Минут несколько. Капуста теплая, и дрожжи начнут в тесте, которые в холоде у меня. Булька, видите, тесто начинает пузыриться. Это хорошее тесто, значит. Видите, поднимается. Дрожжи оживают. Ну вот, пирог готов. Включаем печку. Посмотрим, что получилось. Вот такая вот штуковина у нас получилась, друзья. Так, ну вот, пирог пропекся. Краешек чуть-чуть маленько подрумянился один, но это вентилятор духовки просто включил. Открою, посмотрим, что получилось, разрежу. Ребят, ну камера, конечно, аромат не передает. Ребят, ну я сейчас попробовал кусочек, тесто пропеклось, все отлично, начинки много, видите, запах, к сожалению, не можете почувствовать этот, но пахнет все это здорово и вкусно. Ну все, друзья.
Всем, кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Кому не понравилось, как всегда, пальцы вниз. Не забывайте подписываться на канал, нажимайте на колокольчик, не пропустите мои новые видео. Дальше будет еще что-нибудь интересненькое. Пока!